Ти-ху! Наемник Ревизора снова с вами, и сегодняшний выпуск я хотел бы посвятить фарму монет. Кстати, интересный факт. На одном из известнейших форумов уже есть информация о том, что азиатские игроки научились фармить арену. На арене можно получать неопределенное количество монет на случайного наемника за победы. Они договорились между собой, что создают стак из 5 наемников одинакового света, а другой наемник любого другого при попадании с друг другом в ладере на определенный цвет они просто ливают тому, кто сильнее. Камень, ножницы, бумага. То есть вы поняли, получается, если, например, у тебя стак с 3 красных, то, соответственно, если ты попадаешь с 5 красных, то, соответственно, если ты попадаешь на стак 5 зеленых, ты сдаешься. И наоборот. Если вдруг в ладере попадаешь на стак из 5 красных и у твоего оппонента 5 красных, тогда решают вопросы те наемники, которые остались один другого цвета. Кто кого бьет, тот и уходит. То есть это сделано примерно так. Умно? Этот способ будет работать на евросервере? Будут близы с этим бороться или нет? Насколько это выгодно, насколько круто и мощно они нафармят? Информацию более детально о том, как это происходит, можете почитать вот здесь. Сейчас всплывет плашка. Окей, перейдем тогда к теме нашего сегодняшнего ролика. Это была вступительная часть. Надеюсь, вас заинтересовал. И все уже сейчас взялись за голову и думают, елки-палки, а качать героев-то надо? А качать всех или какую-то команду? А рано или поздно придется качать всех. Потихонечку тарабаним, качаем, как получается. Не стесняемся. И не рейджим на игру. Free-to-play играть можно. Просто потихонечку качаемся. Окей, давайте перейдем тогда к теме нашего сегодняшнего ролика. А именно, где достать монеты на защитников. И первым у нас будет Алекстраза. На локации «Зимние ключи». Миссия 5. Алекстраза, Вариан, Корнелиус, Рум. Также можно посмотреть на героическом режиме. Все точно так же. На героическом режиме дают больше монет. Но мы будем идти по обычному. Вы там уже сами думаете, выгодно это или невыгодно. Вы должны понимать, что на героическом режиме мобы сильнее и бить их дольше. Может быть, есть смысл 2 раза сходить? Попробуйте. Но сам факт, чтобы вы долго не искали, я расскажу про каждого героя и где что брать. Окей. Миссия 5. Зимние ключи. Вариан Рин. Вариан Рин рядышком был же с ней. В чем фишка, да? Вы можете подбирать. Вы можете подбирать таких героев, да, чтобы качать сразу одного и второго, которые вам нужны. Корнелиус Ром тут же. Окей, идем дальше. Громаш. Горош. Горош, адский крик. Зимние ключи. Миссия номер 2. Есть. Теперь идем к Громаш. Оскверненный лес. Миссия 1-2. 1 и 2. То есть, где вам удобно. Или тут, или тут. Опять-таки, повторюсь. Это гарантированные монеты, которые будут падать. Здесь может быть такое, что вы пройдете задание, а вам выпадет грул. Например, 3 грула, а громаша не упадет. Да, такое может быть. Надо идти еще раз. Таков гринд. Грул. Оскверненный лес. Миссия 2. Рядышком с громашем. Карель Роум. Карель Роум. Степи. Миссия 2. 5 и 6. Да, помните, ребятушки, кто фармил элементаля воздуха? Миссия 2. Миссия 5. И миссия 6. Как раз самые популярные миссии, где фармились. И, наверное, у большинства Карель Роум уже сверху насыпало там пару тысяч монет. Но тем не менее. 2, 5, 6. А также сыпятся зимние ключи. Первая миссия. Зима, первая миссия. Кстати, одна из тех миссий, в которых сейчас фармят таинственного незнакомца. Далее. Корнелиус Роум. Степи. Те же самые миссии, как и у Кариэль. Они вместе. Они вместе с Тамарой ходят парой. 2 и 5. Ага. Вот тут. И вот тут. Также зимние ключи, миссия 5. Зимние ключи, миссия 5.
Далее идем. Король Лич. Одна из лучших легендарок на сегодняшний день. Очень вариативная. И, соответственно, добыча монет на этого товарища немножечко усложненная. А почему? Да потому что это последний уровень Черной горы. Оу май! На следующем стриме по наемничкам пройдем Черную гору. Братишки и сестренки, не забывайте подписываться на ютубчик и залетать на стримчики. Король Мукла. Оскверненный лес, миссия 5. Миссия 5. Есть. Вот это та миссия, которую... которая сейчас фармят незнакомцев. То есть начальные локации зимней, зимних ключей и конечные локации оскверненного леса. Вот это, вот это, вот это. Плюс-минус. Окей. Угу. Только не говорите, что я сделал два захода, мне ни разу не выпало. Чат, я вас прошу. Респект. Я думаю, вы меня поняли. Куртус, ливень пепла. Степи. Куртрус, иди сюда. Чтобы понимали, о чем речь. Куртрус. Степи. Миссия 8. Миссия 8. Оскверненный лес. Миссия 1. Вместе с Громашиком. Керн. Кровавая копыта. Черная гора. Миссия 2. Миссия 2. Блин, можно было бы скрины поделать, да? Но если бы вот это не размывало. Поэтому придется так это более наглядно делать. Друзья, вы уже вкачали Керна? И я нет. Но я уже иду за ним. Джерексус. То есть у меня его нету, но я знаю. Вот, лорд Джараксус. Джерексус. Оу май. Лорд Джараксус. Зимние ключи, миссия 6. Вот здесь. Малфурион. Как ты вымахал. Ярость бури. Оскверненный лес. Миссия 3. Мана рот. У кого, друзья, у кого рот в мане? Плюс комментарий. Черная гора. Миссия 1. Рагнарос. Зимние ключи. Миссия 3. Миссия 3. И Трау. Зимние ключи. Миссия 4. Вот он наш Трау. Ребятушки, следующее видео будет, где брать монеты на всех бойцов. Краткий обзор, чтобы вам было удобно. Зашли на видосик, посмотрели, где кто. Раз, собрали свой стек и полетели. Надеюсь, вам видео было полезно. Теперь вы уже набрали своих любимых наемников и отправляйтесь их качать. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк и, конечно же, колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Следующее видео уже скоро. До скорой. Чао, персики.